Всем привет! Приветствую вас на канале Soft Decor. Сегодня я вам покажу, как связать бесшовный квадрат. Смотрите, шва нет ни с одной стороны, ни с другой. И как сделать такой квадратик таким ровным и плотным. Так что смотрите ролик до конца, и я вам обязательно расскажу. Сегодня я вязала из шнура карамель, цвет пыльная мята. Такой шнур вы можете приобрести со скидкой 5% по моему промокоду, который я оставлю под видео в описании. На моем канале можно также найти ролики, как связать треугольник, круг, овал, и даже у меня есть пятиугольник. Так что, кто еще не подписался на мой канал, быстренько подписываемся. А ссылки на ролики я тоже оставлю в описании под видео. А сегодня нам понадобится шнур, крючок номер 4,5 и маркеры. А еще в конце занятия нам понадобится утюг. Но об этом я расскажу чуть позже. Я буду вязать из шнура карамель цвета манго. Этот шнур примерно 4-5 миллиметров, без сердечника. Но вы можете вязать из любого шнура. Можно, кстати, и из трикотажной пряжи. Тоже будет замечательно смотреться. Итак, начинаем с кольца амигуруми. Берем наш крючок. Делаем петлю и провязываем 7 столбиков без накида. То есть этот столбик у нас будет 8, всего их должно быть 8. Вот этот у нас был 1, 2, 3, 6, 7, 8. Связали 8 столбиков, затягиваем. Сразу сильно можно не затягивать и делаем бесшовное соединение. Вот сюда я вставила крючок. Вытягиваем петлю. Затягиваем. Вот получилось такое кольцо. Продолжаем вязать следующий ряд. Сейчас вот наша рабочая нить. Вставляем вот сюда крючок, и он должен выйти, где вот этот наш шнур. Вот так. Вытягиваю. И делаю петлю подъема. Все, одну петлю провязали. Ищем дальше. Вот у нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. И мы должны, чтобы наш крючок, вот когда вы вставляете следующую петлю, выходил в раскол вот в эти петли. Теперь вытягиваем петлю, провязываем. И сюда мы должны еще провязать 2 петли. То есть всего 3 в одну. Это будет наш угол квадрата. Вот мы провязали 3. И чтобы вы не запутались, берем маркер. И вот из этих 3, которые посередине, мы отмечаем. Вяжем дальше. Сейчас мы
должны провязать одну петлю. Проверяем, чтобы у нас крючок вышел в раскол. Так. Провязываем одну петлю. Сейчас мы будем провязывать опять 3. Смотрим, куда вышел крючок. Провязываем 3. Опять берем маркер и отмечаем вот эта петля, которая посередине была. Вяжем дальше. Сейчас вяжем одну петлю. Дальше вяжем 3. Два, три. Берем маркер, отмечаем. Так, что это у меня? Все. Следующую вяжем одну. И вот у нас последняя остается, вот она. Сюда вяжем 3. Раз, два, три. И отмечаем маркером. И сейчас мы опять соединяем наш ряд, как и первый раз. Так. Протягиваем наш квадратик и затягиваем. Сейчас для удобства нам нужно затянуть наше вот это отверстие. Для этого мы возьмем меньше крючок и постепенно будем вот так затягивать за перемычки первого ряда. Затягиваем и затягиваем. И так постепенно вот за каждую перемычку и затягиваем. И так сейчас я буду затягивать до конца этого отверстия. Я затянула отверстие. Отрезаю. И можно немножко поджечь, подпалить, аккуратно спрятать. Все, наше отверстие закрыто. И продолжаем вязать дальше. Сейчас очень легко. Каждый ряд мы будем начинать вязать с петли, которая была последняя вот из трех. Вот у нас было 1, 2, 3. И вот эта петля у нас всегда будет первая в каждом ряду. Мы вставляем крючок, вытягиваем нашу рабочую нить. Провязываем петлю. Следующую. Смотрим, чтобы здесь крючок правильно у нас выходил в раскол. Провязываем вторую.
И сейчас мы провязываем вот первая петля, которая из трех была. Так. Провязали 3 петли. Теперь мы вяжем уголок. Снимаем наш маркер. И вот в эту петлю мы провязываем 3. На каждом уголке, где находится наш маркер, мы будем провязывать 3 петли. Вот, провязали 3. Чтобы вы не запутались, можете для себя вот так помечать. Вяжем дальше. Раз, два, три. Снимаем маркер. И провязываем в боковую 3. Раз, два, три. Так. Опять провязываем 3. Раз, два, три. Сейчас опять снимем маркер, провяжем здесь 3 петли, потом между ними 3, на боковой тоже 3. Сейчас вяжем самостоятельно, и здесь вот мы встретимся. Так, я довязала до конца ряда. Последние у меня были 3 петли, и опять посерединке я отметила маркером. Соединяем все точно так же. Так. И затягиваем. Благодаря такому соединению у нас нигде не видно переходов ни с одной стороны, ни с другой. В процессе работы всегда придавайте нашим уголкам форму, чтобы квадратик получался ровным. И продолжаем вязать дальше. Смотрим опять, где у нас первая петля, то есть последняя она была вот из этих трех. Раз, два, три. Сюда мы вставляем крючок и вытягиваем петлю. Сейчас мы уже будем вязать вот здесь 5 петелек. В предыдущем ряду у нас было 3, сейчас будет 5. И с каждым последующим рядом у нас будет увеличиваться с каждой стороны на 2 петли. Раз. Два, три, четыре, пять петелек. Снимаем маркер, провязываем 3. Отмечаем опять маркером. И дальше вяжем 5, опять на уголочке 3 петли, 5, 3, 5, 3. Вот я провязала еще один ряд. Сейчас я сниму маркеры. Я уже дальше вязать не буду. Еще раз покажу, как соединить. И дальше вы уже вяжете
такой размер, какой вам нужен. То есть в следующем ряду у нас уже будет 7 петелек между вот этими уголками в каждом ряду. И дальше будет увеличиваться по 3 петли. Я вам оставлю сейчас схему, вы ее посмотрите, можете ее сфотографировать для себя, и тогда вам уже будет более понятно. А сейчас я вам покажу, как же его сделать таким плотным и ровным. Только сначала не забудьте подписаться на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. И не забывайте ставить мне пальчики. Так, кто не видел мои предыдущие уроки, показываю еще раз, как я отпариваю свои изделия. Берем какую-нибудь ткань и утюгом с двух сторон, с одной, с другой. Сейчас у меня утюг холодный. Хорошо проутюживаем. Потом, пока влажное изделие, придаем правильную форму, уголочки, все стороны. Обязательно вот так, чтобы он стал ровный. И берем какой-нибудь пресс и ставим на ночь. Вот и все. И потом ваш квадратик будет вот таким плотненьким и ровненьким. Ну вот, ребята, и все. Надеюсь, урок вам сегодня был интересен. Кто не умел вязать квадрат, теперь вязать его умеет. Всем большое спасибо за внимание. До свидания.